В городе Черкесск состоялся межрегиональный турнир по тэквондо среди юношей, где за Хасаюрт выступали шестеро ребят. Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова, которые достойно выступили и показали все умения в данном виде спорта. На протяжении месяца у юных атлетов проводилась упорная тренировка и дополнительные занятия. Тренеры Сулейман Ахмедов и Шамиль Мухиев готовили тэквондистов на высоком уровне. Тренировочный процесс – один из основных этапов формирования у юных спортсменов силы воли, стремление к достижениям и поставленным целям. По словам наставника, у ребят есть все шансы на участие в дальнейших соревнованиях, которые пройдут в марте текущего года, поскольку на межрегиональном спортивном мероприятии они показали все свои полученные навыки. В турнире участвовало около 400 участников со всего Северного Кавказа, также и из региона Российской Федерации. Турнир имел статус региональный, первый раз проводился, в дальнейшем они будут поднимать его на международный турнир. Это для нас был первый выезд в Черкесск. В конце года мы выступали на международном турнире Кубок Эльбруса, где у нас принимало участие около 12 ребят. Один из, кого можно выделить, это был Магомедханов Мухаммад, занявший первое место в весовой категории 24 килограмма. Перспективный мальчик, выступал успешно. То, что мы от него ожидали, он выполнил свои задачи. Выступили очень хорошо, принесли 3 золота. Я провел 3 боя. Первое место выиграл, тоже было сложно. Но я слушался тренера и выиграл ничего. Тэквондо является одной из набирающих популярность видов спорта в Хасавюрте среди юношей и юниоров. Характерная особенность данного вида спорта – это активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков. Тэквондисты проявляют свое желание участвовать в соревнованиях и турнирах для получения дополнительных навыков и опыта, что в будущем пригодится. Юные спортсмены проявили себя не только на межрегиональном турнире в Черкесске и получили призовые места, но и на международном турнире Кубок Эльбруса в городе Нальчик, где завоевали достойное первое место. На межрегиональном турнире по тэквондо в городе Черкесск первые места заняли Асламган Гаджиев, Махмат Таймасханов и Мухаммад Ухумаев. Бронзу завоевал Осман Магомедов. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев. Информационная программа «Пульс».